Всем привет, 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 привет! Я открываю сегодняшним видео мою новогоднюю мастерскую. И как я вам уже обещала, все новогодние видео будут посвящены моей любимой Коко Шанель. И сегодня я вам расскажу, как сделать вот такую подушенцию, которая, конечно же, напоминает нам о чем-то знаменитый флакончик духов Шанель номер 5. Что же нам для этого понадобится? Понадобится нам вот такая вот стеганая ткань, она, значит, проклеена с той стороны еще синтепончиком, она в свободной продаже есть в магазине. Понадобится тесьма, пайетки, кстати, понадобится краска акриловая для ткани, такой вот кусок ткани какой-то блестящий, дублерин и, значит, пайетки. В принципе, еще какую-нибудь подушку, чтобы разобрать, наполнив эту. Что мы сначала делаем? Сначала, значит, мы рисуем на обратной стороне ткани силуэтик вот этого флакончика, вырезаем, и потом мы начинаем заниматься, пока не прошили, пока не пришили друг к другу обе стороны, заниматься вот этой вот декоративной частью. Следующим этапом я отрезала кусок парчи, заутюжила края и карандашом нанесла надпись «Шанель». Теперь я возьму акриловые краски для ткани, тонкую кисть, чтобы сделать контур, и уже тонкий флейц, чтобы нанести полностью цвет. Рисунок этот должен сохнуть примерно 3 дня, его можно проутюжить с изнаночной стороны, поэтому работа долгая, нудная, но решайте сами. Ну и уже в самом конце, в самом мы клеим на горячий клей. Кстати, вот репсовая лента еще нужна будет. Вот такую вот репсовую ленту. И, конечно же, пайетки, либо бусинки. Повторяю, знаменитейший логотип сверху и снизу. Ну и, в общем-то, набиваем подушку и подшиваем внизу. Вот и все, подушка готова. Вот такая вот у вас будет симпатичная штучка валяться на кровати, которая, или там на вашем любимом кресле, которая будет всегда напоминать вам о любимом парфюме и, в общем-то, радовать вас долгими зимними вечерами. На этом все. Всем пока!